Дети помогают детям. В Самаре прошла ежегодная благотворительная акция «Белый цветок». Большое количество людей пришло поддержать детей с ограниченными возможностями. На акции можно было приобрести товары, сделанные руками школьников. Все собранные средства будут переданы в благотворительный фонд. В благотворительной акции «Белый цветок» принимает участие Людмила Чебадаева. Она член Самарской общественной организации детей-инвалидов и волонтер. Признается, эта работа для нее особенная. Мы чувствуем радость, удовлетворение от своей деятельности и надеемся, что мы все-таки поможем этим детям. Благотворительная акция «Белый цветок» проходит уже 4-й год. Название выбрано не случайно, ведь это символ милосердия. Каждому, кто пришел, вручают белый цветок. Почти каждый сувенир на акции сделан вручную школьниками и воспитанниками детсадов. Также для гостей организованы мастер-классы, например, по плетению косичек. Организаторы не скрывают своих чувств. По их словам, полученный результат придает еще больше сил, чтобы не останавливаться на достигнутом. Чувствую вот внутренний подъем и вот тот оптимизм, который присутствует здесь. Он дает силы для того, чтобы работать далее. При поддержке нашей районной администрации, в том числе, это мероприятие проходит. Я вам даю честное слово, что мы это будем продолжать, традицию будем продолжать, помогать. Самым активным жителям промышленного района вручили благодарственные письма. Все собранные средства акции «Белый цветок» будут переданы в Самарскую городскую общественную организацию детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды». Никита Борисов, Григорий Плешаков, «События».